Добро пожаловать, это Game Dev Tycoon и новый запуск. В этот раз мы будем делать все по-другому. Мы будем делать так, как хотим мы, а не так, как хотят те, кто заправляет всем этим. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Итак, мы будем сидеть в гараже, сейчас я это объясню. Мы будем сидеть в гараже, мы не будем никуда перебираться, мы будем сидеть просто и делать по красоте. Понимаете? Мы будем делать все очень шустро, быстро и красиво. И называть мы будем игры очевидно. Наука так наука. Поехали. Начинаем. Если бы я занимался разработкой игры, я бы так и поступил. То есть я бы сидел спокойно, не рыпаясь никуда, не разрываясь на части в погоне за чем-то. Я просто бы делал то, что мне интересно. Если интересно мне, то найдутся и те люди, которым это тоже будет интересно. Как-то так. Так, это у нас что? Это у нас сумасшедший наука квест. Так, сделаем так. Движок. Шамбарам. Шамбарам-барам. Хорошо. Будем делать все строго. Но опять же, руководствоваться не только подсказками игры, а руководствоваться тем, что мы сами понимаем о разработке игр. Квест, да? Ну, тут по очкам, кстати, видно. Я заметил, что по очкам можно определить, будет ли успеха игры у игры или не будет. То есть это и в комментариях вроде бы люди тоже писали. Но, опять же, была какая-то дилемма по поводу плюсиков-минусиков подсказок и по поводу очков. По мне так кажется, что чем больше очков дизайна технологий, тем выше будет продаваемость игры. И тем выше будет успех. Это точно. Сейчас проверим. Дизайн 6, технологии 2. Второй этап только разработки, у нас уже 6 очков на дизайне. Но это квест. Так, поднимаем, опускаем, опускаем. Посмотрим, посмотрим. Подсказки говорят, и подсказки, и мое личное восприятие говорят о том, что надо именно делать так. График остается посередине, два плюсика. Дизайн мира, так, шиндарак. Звук фиганем, минуснем. Посмотрим. 13,3. Ну, неплохо, неплохо. Третий этап, заметьте, это третий этап. Последний этап. 17 очков даже. В этот раз я намерен только побеждать, зарабатывать миллионы, сидя в гараже. Не дергаясь вообще никуда. Все, деньги уходят, поехали. 17.11. Квест. Сумасшедшая наука. Никаких рекордов, ничего. Новая тематика, новая комбо. Ничего удивительного. Ничего нового, да? Смотрим. 7. Ну, было весело, да. 8. 7. Ну, противоречивая фигня. Анализ игры. Сразу же анализируем, что мы сделали не так. Так, уверенный старт. Несомненно, появятся фанаты. Конечно, только на фанатов и рассчитываем. 14 ранг. Ну, неплохо. 14 место в хит-параде. Это уже хорошо. 4 фаната. Успешная игра. Очень успешная игра, что у нас 4 фаната сразу. Также мы будем участвовать во всех работах по контракту. Дизайн уровней не очень важный аспект. Дизайн мира очень важный аспект. Да. А, ну да, я же ставил. Черт. А, ну 87% копернули. Ну и понятно, ну и понятно. Так. Новая игра. Тематика. Угу. Так, посмотрим. Преступление, подземелье. Подземелье. Стратегия. Да. Назовем. Ну, так и назовем. Подземелье. Платформа ПК. Поехали. Dungeons. Сразу же. С места в карьер. Без каких-либо пауз. Проанализировали. Сделали красиво. Все. Будь здоров. Угу. Так. Так. Вот так. Сделаем так. Красиво. Это стратегия. Там должно быть все. И сюжет тебе, и графика, и пятый, и десятый. Это стратегия. Но тут не попишешь. Так, дизайн уровней, интеллект, ну, фиг знает, так, наверное. Ну, это опять же, ой, мамочки, ладно, 6, 5, 7, 6, ну, слабовато. Так, так, ну и так, чё. Посмотрим. Ну, десятку набрали, кстати, четвертый этап, сейчас баги подуберем, и будет еще лучше. Пока в минус не ушли, это радует, кстати. Чаще всего по нашим начинаниям мы уходили в минус. Но теперь вроде бы как мы совершенствуем свои навыки, понимаем всю суть данной игры. Она на самом деле интересна. В этом плане новая тематика, новая комбо. Игра идеальна для
того, чтобы отдыхать. Вот просто расслабляться. Сидишь себе спокойно, анализируешь что-то, делаешь, играешь, радуешься. В общем, вещь хорошая. Вот, по очкам. 8, 8, 6. Вот эти почему-то сложали Game Hero. А так очень даже ничего. Новая тематика. Так, преступление. Преступление — это, скорее всего, квестец. Платформа ПК-шная. Назовем это... Не знаю, агенты. Пускай будет преступление, квест. Это же преступление, это же квест. Там расследуешь, тудым-сюдым. Так, пошли в минуса. Банк согласился до полтосика нас подержать. А там уже видно будет. Квест. Так. 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 По подсказкам работаем. Работаем по подсказкам. И по своему собственному ощущению. Потому что я не наугад выставляю, а то может сложиться впечатление, что наугад. Шибанем. 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 А дилеммы, я же как говорил уже вроде бы об этом, что дилеммы у людей по очкам, по дизайну, все, об этом спорят, там что-то выдумывают. Ну, что тут говорить? Третий этап, 8-3. Ну, дизайн, это же квест, тут дизайн преобладает. Ничего удивительного. Вот когда начинаю играть в эту игру, мне какое-то дежавю складывается. Такое ощущение, что я много всего уже освещал о том, что говорю. Такое ощущение, что все серии друг на друга будут похожи. То есть одно и то же, ничего нового. Там что-то трепется. Что говорит, кто его знает? Какую-то дичь втирает, и все. Так, завершаем 12-7. Ну, по квесту нормально, 12 очков. Не фонтан, не рекорд, но... Посмотрим. Так, бизнес-портфель. Ну, давайте за 30-ку, что? Можно смело это делать. Так, агенты. Тьфу. Понятно. Очки хорошие, но вот что-то Star Games как-то сложались. Ну, Game Hero туда же. Ну, и эти тоже. L Games нормально. Проанализируем, что же не так. Что же я сделал не так. Dungeons проанализируем и, естественно, агентов. Агенты, квест, ну идеально. Идеально должно быть. 16 тысяч. Да, в убыток. Пашем в убыток. Так, работа по контракту. Восхищен талантом. Ну, конечно, да, там такой талант, что... Так, дизайн уровней — очень важный аспект. Ну и остальное — спиратели. Так, агенты. Давайте посмотрим по агентам. Дизайн уровней. Хорошо. Мы это учтем. Мы это, конечно же, учтем. Так, очки исследований на новый двиг. На новый движ. Преступление и квест сочетаются плохо. Серьезно? Не очень важный аспект. Ну, понятно. Ясно. Ладушки. Я все понял. Я ваш намек понял. Хорошо, хорошо. Мы сделаем по-другому. Мы сейчас разорвем этот рынок, сидя в гараже спокойно. Со сломанной машиной, которая даже не ездит. Там колесо снято, масло течет. Стены уже у нас обваливаются. Тут все в шкафы, книги рваные. Ковер бичевский. Нормально. Сколько? 19 тысяч. Ну, плюс-минус там тысячонку мы выиграли с этого, конечно. Защита от копирования. Успеваем, нормально. Свой игровой движок, конечно, а вы что хотели? Пора уже, пора браться за это, братцы. Пора браться за это, братцы. По-другому не скажешь. Так, лады, лады. Ну давай быстрее, быстрее, быстрее. Голову не чеши, давай работай. По красоте делай все. Так, изучили. Это меня радует. Денег нет. Научная фантастика. Жанр экшен. Avengers. Не знаю, пускай будет. The Avengers. Action. Жмяк. 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 Посмотрим. Давай уже, ну что ты голову чешешь-то все время? Давай уже наяривай, время-то идет, денег-то нет. Сейчас минуснется, 8 тысяч, потом еще придется платить. Сейчас за портфель какой-нибудь выкупать начнут опять. Жмяк. 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 Да работаем, работаем, приятель, работаем. Во. Уже лучше. Жмяк. Так. Так. Жмяк.
Так, дизайн мира. Ну да, там же ругались. Приобрести. Да милости просим, приобретайте. Что, мне сейчас все равно движок надо клепать будет. Только этим и пользуемся. Чужой добротой пользуемся. Дяденьки приходят, говорят, вот, давай-ка, продай-ка акции, паря. Такой, да, за деньги готов все сделать. Ну, заканчивай, уж заканчивай, что ты там сидишь-то, наминаешь. Так, рекордец получили по экшену. Обучение монозвук. Так, тихо. Исследование, обучение игре монозвук. Монозвук, звук, звук, монозвук, монозвук. Первые обзоры. Угу, 7. Ну, слабо, слабо. Опять же, выше головы не прыгаем. Это печалит на самом деле. Продажа пойдет, сейчас посмотрим. Какой рейтинг будет. 35-й ранг. Ну, такая. Ну, опять же, скопернут, да и все. Тут ничего удивительного, здесь скопернут. Эту игру сейчас процентов 85 точно. Это же экшен. Его копируют. Сейчас узнаем. Принципиально все. Проанализируем. Так, давай. Давай. Работаем. Не скучаем. Так, интеллект очень важный аспект. Ну, я же говорю, 88% просто копернули, да и все. Чего удивляться. Движок. Движок один. Так, версия. Па-па-парам. Ох, вложился. 150, нормально. Фух, давай. 19 тысяч работаем. 84 ранг, совсем скатились. Скатились просто в дно. Год второй, месяц седьмой, неделя третья. Хорошо, сейчас минуснут 8 тысяч по четвертой неделе и до свидания. Нам нужно будет очень срочно исследовать новую тематику и засандалить какую-нибудь хорошую игрушку. 14 тысяч, ну копеечно. Так, работаем. А банк нам кредит не давал еще? Я же говорю, как это, знаете, дежавю такое, как будто бы играешь. Она не выходит из головы, эта игра. Дежавю. 8 тысяч, 4 тысячи. Ага, сейчас. Так, готов. Давай, что у нас есть по тематике? Супергерои, боевые искусства, чужие. Угу, давайте чужих. Чужие должны затащить. Чужие должны сделать нашу судьбу. Так, я уж думал, все, банкрот, нет. Так. 60% уже вам принадлежит? Вы серьезно? Ну ладно, давай. Двадцатку еще продам. 80, двадцатка у меня остается. Нормально, в принципе, на 20% прожить можно. Неплохо тогда. Хорошо, поехали. Тематика, чужие, жанр, экшен. Платформа, ПК, игровой движок, НК-1. Назовем все это дело очевидно. Aliens, так Aliens. Защита от копирования обязательно. Естественно. Экшен. Так, фиганули. Чик-чирик. Фиганули. По очкам сейчас узнаем, как пойдет. Тут, видимо, технологичная игра получится. Угу. Неплохо. Так. Дизайн уровней. Ну ладно, ладно, ладно. Сделаем так. Немножко поменяем тактику. Попробуем... Нет, не прогнуться ни в коем разе. Нет, по-другому все это. Угу. Монозвук, графика, звук. Графика и звук. Угу. Ладно. Ну, неплохо по очкам. Сейчас посмотрим, подтвердится ли моя теория об успехе игр, если много очков заработано на дизайне, на технологии. Ну, давай. Все, ты заделал. 14-17, нормально. Запилил, значит, игру. Новый рекорд. Уровень 2 пока подтягиваем, да? Ладно. Оценки ждем. Так, пошел процесс. Нет, это не то. Не то, понятно. Целевая аудитория. Первые обзоры. Семерка. Девятка. Да, ребята, вы там что-то как-то...
оценивать вообще непонятное дело, как будто бы там одни женщины сидят. Ладно. Так, Aliens, анализируем. Какой рейтинг-то будет? 14-й. Ну, в десятку даже не вошли. Не особо-то там веха, как говорится, да? А, веха. Слушайте, нормально. Ну, копии продаются, учитывая, что... Так, графика очень важный аспект. И 27% на приемлемом уровне все это дело было. Новая тематика. Танцы. Ё-моё. Какая-то странная тематика. Вообще трэш. Редкостный. Ладушки. 97 тысяч. Так, хит. Угу. Что ждет в будущем? Не знаю, ничего обещать не буду, но что-нибудь до нас ждет в будущем. Да. На танцах далеко не уедешь. Словари. Зашибись. Супергерои хотя бы, что ли. На словарях тоже далеко не уедешь. Наверное, казуала какая-то должна быть. Дивиденды огромные просто сливаются. Ну, по меркам. Если смотреть процентное соотношение, то оно понятно будет, да? Что еще есть, ребята? Постапокалипсис. Блин, это интересно. Давайте попробуем постапокалиптику засандалить в ролевушу. Мы ролевушу-то не делали. Сейчас попробуем красиво сделать опять. Очень красиво. Так, там мы купили. Оно и понятно, хитовая игрушка. Ой, парень, давай быстрее. Так, создаем новую игру. Тематика, постапокалипсис, ролеваша, ПКша. Угу. Та, чё? Чё тут, как говорится, жаться-то в угол? Fallout, Fallout, чё тут? В гадалки не ходи, ну. Поехали, ролевуша. Ролевуша. Два, так, так. Так. Ага. Ну, как-то так. Посмотрим. Постапокалиптика. Ну, по очкам хорошо. По очкам хорошо. Это подтверждает многое. Дизайн уровней. В ролевой. Дизайн уровней в ролевой. Вы серьезно? Ну, лады. Сейчас узнаем. Какая-то красивая игра, но не технологичная ни разу получается, да? Ага, хорошо. Угу. Тут вообще как бы... Ни туда и ни сюда, ну ладно. Ладно, сами разберемся, сами себе мастера. У самих в голове. Фишечка. 22.13. Ну, жирненько. Жирненько. Все? Закончил? Еще, может быть, что-то предложишь? Парень. Нет, парень уже устал. 10 очков разницы, кстати. Так, рекорд по дизайну. Тематика комбо. Да, да, графика. Ну, давай, давай. Давай, посмотрим оценки. Восемь. Очень странные ребята. Просто лютуют как могут. Анализируем, значит, что-то не так мы сделали опять. Где-то мы проложались, прогадались. 10 тысяч даже не продали за первый день. Это печально. То есть за не день, за неделю, по-моему, там. Превосходный сюжет-квест. Очень довольно важный аспект геймплея. Очень важный сюжет-квест. Ну, 23. Так, на приемлемом уровне это все нормально. Что у нас есть еще? Тайны. Ядрит твой кудрит. История. Давайте историю попробуем. Фиг знает, что из этого получится. Так. Новизна. Поклонники прибавляются. Это понятно. Ладно, посмотрим. Так, тематика. Па-па-па-па. История, жанр, квест нет, симулятор нет, стратегия, да, превосходно. Так, ПК, игровой движок, назовем это
Age of Ages. Не знаю. Ладно, погнали. Быстро штампуем, все делаем по красоте. Но, парень, ладно, не торопись, работаем. Стратегия. Жмяу. Жмяу. Ага. Ладушки, оладушки. Угу. Ну ладно. По подсказкам, да по собственному какому-то анализу мы это сделаем. Очки слабоватые, кстати. 6-3. Ну, дело такое. Дело такое, конечно. Искусственный интеллект поднять до центра, может, как-то так. Фиг знает. Это же стратегия. Хороший интеллект должен быть. Так, что по Fallout'у? 187 тысяч, неплохо так, подняли. Поднимаем. Жмяукс. Жмяукс. Дизайн мира, стратегия. Ну, так остается все. Ну. Чё тут гадать-то? Казуальщина пошла, отлично. Ну, по очкам неплохо, неплохо. Сейчас он еще и наработает что-то. Поэтому в целом здорово. Слушайте, в этот раз как-то играем, реально стало как-то сбалансировано. Такое ощущение, что это даже не пиратский режим вовсе. Хотя все честно, выбран пиратский режим там же. И понятно, по DRM защите. Давай, 16-14 хватит, не балуйся много. Нормально. Только мы пораспродавали все к чертям собачьим. Исследование. Так, это пока не нужно. Больница. Во, давайте больницу попробуем. Засандалим какой-нибудь хороший стимулятор. Age of Ages. Какие вы лживые, а? Какие вы лживые, ребята. Ну, так. Так, последняя игра в этой серии. И уже будем прощаться, потому что, опять же, заигрываемся, заигрываемся. Идеальная игра для отдыха. Идеальная игра для отдыха. Давай, где? Больница. Симулятор, ПК и движок свой. Так, ну назовем так и назовем хоспитал. Че выдумывать-то? Госпиталь, госпиталь, подумаешь. Симулятор. Симулятор ready. Mm-hmm. Так, так, так. Первый этап пошел. Первый кирпичик заложен. 6-4. Неплохо. Неплохо. Шмяк. 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 Ну ладно. Угу. Давай, работай. Ух ты. Баланс. Баланс. Так. Поднимаем, опускаем. Может быть, ждет успех. Ну, по деньгам нормально, по деньгам нормально. Кстати, 4-й год, свой первый движок уже полноценный, готов с защитой, со всеми делами. И очки хорошие зарабатываем, то есть и опыт неплохой. Анализировать игры есть какие у нас? Есть, Age of Ages. Хорошо, сейчас проанализируем. Сколько? 117 тысяч, в плюсе, в плюсе. Сейчас мы работаем в плюсе, это уже радует. Все, парень. Все, давай, 17-17. Последняя игра на сегодня. Все, новый уровень защиты. ДРМ. Какие лживые ребята, какие вы лживые. Фу, такими быть. Фу, такими быть. Отвратительно себя ведете. Ох уж критики, критики, критики. Так, сколько копий продастся за первую неделю? Ага, десятка была, 16-й ранг. Ну, нормально. Так, что здесь не так? Диалоги — неважный аспект. Угу. На приемлемом уровне. Что ж, я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Это была игрушка Game Dev Tycoon. Что будет дальше? Сможем ли мы стоять на своем, никуда не переезжая, ничего не тратя, как говорится, делая все по-своему? Ждет ли нас успех? Узнаем в следующей серии. Все, пока-пока.